Зурбаган, Севастополь, Корсунь вспоминается не в попад. Между сушей, морем и солнцем мой любимый город зажат. Между свежим соленым бризом и иссохшим шепотом трав наполняют, как парус, жизни свежим вдохом твои ветра. И летишь легкокрылой птицей среди улиц твоих аллей. Севастополь, я здесь родился, чтоб дышать красотой твоей. Никакой политики. Да, я понимаю. Заметь. Патриотизм — это другая часть, и я на всякий случай на будущее. Лирика. У еще нерожденной мечты запах пряностей, специй восточных, запах моря, весенней грозы и жасмина июньскую ночью. Она пахнет грибами в лесу, освежающей белой сиренью, и звучит соловьем поутру и пастушьей задорной свирелью. Ускользает водою из рук, ведь мечта, что еще не родилась, нереальна, но нужен лишь звук, лишь хочу, чтоб она воплотилась. Интересно, вот какая мечта? Что у вас лично какая мечта? Я бы хотела, чтобы у вас это... Какая у вас лично мечта? Или это секретно? Мечтов много. Мечтов много, да? Да, и планов громадье. А вот такая себе девушка. На полуденной опушке лето колдовала. Там пророчица кукушка годы мне считала. Там глаза мои умыли золотые росы. Ветерок с плакучей ивой заплели мне косы. Там в цветах снуют стрекозы, сладко пахнут ели. Там лесные виртуозы затевают трели. Там в травы ковер зеленый мягко я ступала. И раскидистому клену сердце открывал. Там ручей журчит тихонько, камушки считая. Паутинка там на солнце, нитка золотая. По тропинкам жизни взрослой я шагала многим, но не смею счастье бросить в детстве босоногом. В самом сердце сохраню я лето, ту опушку. Пусть мне счастье накукует вещая кукушка. Вы кукушку слышали? А вот вам смешно. Знаете, скажу, я вот из Сибири, у нас кукушка не так кукует. У вас какая-то умная кукушка. У нас просто ку-ку, а у вас кукушка прямо кукушка. Ку-ку. Я каждое утро слушаю. По этому поводу анекдот. Она почему-то умная такая у вас, а? На тему политики нельзя. На тему политики нельзя, но я расскажу. Потому что это еще и литературный анекдот. Граница Украины и России. И сидит на одной стороне кукушка, на другой стороне кукушка. И на российской стороне кукушка кукует. Ку-ку, ку-ку. А та молчит. Та же ее спрашивают: кукушка, а почему ты молчишь? Говорит, а я, говорит, сейчас не кукушка. Я, говорит, зазуля. А как оно? То ли зазу, то ли зузу. Я, говорит, не знаю. Вот. А козюля как переводится? Кукушка? Кукушка. Да, козюля, ну как-то так. Козюля, да. Вот человек. Его действия непонятны. Вечером поздним он в руки берет сачок, идет и срывает спелые лунные пятна, и тесто катает из пыли звездных дорог. Вот человек, он сминает скалкой тяжелой белую массу в маленькие шары. Жемчуг вселенной, ярче любой сверхновой, чище росы и весомее черной дыры. Утро грядет, человек открывает двери, шагом усталым, неспешно бредет во двор. Щедрой рукой рассыпает он, не жалея то, что собрал, что готовил, взлелеял он. Слышно, бегут, месят землю, гремят копыта, хлеба и зрелищ. И вот уже человек льет молоко из кувшина с ручкой отбитой и месит им хлеб, режет им хлеб. Человек отдает им свой хлеб. Годы идут, каждый день все одно и то же. Втоптаны в грязь миллионы жемчужин звезд. Что остается ему, кроме жалких крошек да молока, что нечаянно
пролилось. Новые звезды мигают на небе сонно. Новые свиньи родятся из века в век. Все неизменно, на все есть свои законы. Все бесконечно, не вечен лишь человек. Пока все. Который читает собственные стихи, это редкая возможность. Я читаю собственную прозу сейчас. Ой, тем более прозу, давайте аплодисменты, это вообще очень редкая ситуация для нас. Таня, ты просто первый раз слышишь, я думаю, да? Да, поэтому... Называется «Время». Нет ничего страшнее и величественнее времени. Порой кажется, что время – это тот самый, единственно верный Бог, которому стоит поклоняться. Что бы вы ни делали, что бы вы ни думали, что бы ни предпринимали, время движется. Стрелки тикают, цифры сменяют одна другую. Богатые богатеют еще больше, нищие еще больше беднеют, но все в определенный момент обращаются в прах, в тлен. Рушатся замки и королевства, города возносятся в небо и стираются в пыль. Континенты поднимаются из глубин морских, давая жизнь новым существам, и вновь опускаются в пучину, поглощая чей-то суетный мирок. А время все течет, неизменно, неумолимо. Люди меняют свои привычки, изобретают новые чудесные приборы, кичатся своими знаниями, но и они лишь песчинки, незримо мелькающие в пустынной буре веков. Рождаются новые верования, новые боги, кажущиеся вечными, но и они меняются со временем, уступая место иным, более приемлемым данному часу, месту и обстоятельству. Время властвует над всем. Ничто не способно остановить его. Горячая, молодая вселенная остынет, обратится в мрак, и лед сожмется, зародится снова и будет повторять свой цикл жизни раз за разом, снова и снова, даже не замечая человечества, его мелочных дел. И над всем этим неумолимо будут тикать стрелки, вращаться незримые шестеренки. Время бесстрастно, беспощадно. Ему бессмысленно молиться, его бессмысленно о чем-то просить. Оно не знает исключений из правил. Ни лучшие писатели, ни величайшие художники, ни короли, ни герои, ни боги не властны тягаться с ним. Оно равнодушно отмеряет минуты каждого, неумолимо умерщвляя плоть, память и деяния людские. Время сильнее нас, и мы можем лишь украдкой похитить у него мгновение. Мгновение счастья, когда все вокруг замирает, когда все вокруг перестает иметь значение, когда времени не существует. Это мгновение, когда мы любим и когда любят нас. Да, беспощадное время вновь возьмет свое. Исчезнут былые чувства, одряхлеем, а затем и вовсе исчезнем мы сами. Но всегда нужно помнить, что когда-то мы были сильнее самого ужасного и самого беспощадного, что есть на свете. Однажды мы победили само время. Каждый может выйти и прочитать что угодно. Устав от бренной суеты, монах в обители пещерной, сложив молитвенно персты, стоял колено преклоненный. Просил он слезно: укажи тропу тернистую к спасению. Что делать мне? Как дальше жить, чтобы служить тебе смиренно? И был ответ: оставь, монах, пещеры сей упокоенье. Здесь вскоре обратится в прах твое стремление и рвенье. Иди туда, где грязь и грех, где будешь ты людьми осмеян. Спасешь от зла заблудших тех, и тем послужишь мне вернее. И голос стих. Монах рыдал, он не того просил у Бога, но в небе утреннем звезда уже звала его в дорогу. Дорогие друзья, хотелось бы еще вас оповестить, что сложно. 16:55 будет запись, а вот уже прекрасный спортивный клуб «Мусон», все любители подходим, разговариваем, общаемся и предлагаем свои кандидатуры. Но наш праздник «Семьи, любви и верности», естественно, продолжается. Сюрпризы, все только впереди, я думаю, пришла пора да. получать
подарочки, получать сертификаты. И для этого я хочу... Я, наверное, пока все. Хорошо, давайте состояние. Таня... Продолжать без записи, да? Два коротких стихотворения о стихах. Стихи не просто слов набор, что рифмой грубо окантован. В них слов неузнанных узор и миг прозрения святого. В стихах не строчки, жизнь людей, мольбы, обиды, расставания. В них радость, искренность детей, звезды полуночной мерцания. Нет, не слова, весь мир закрыт в тех строчках, что бегут несмело. Поэта дар себя дарить всем тем, в ком детство оскудело. И совсем коротенькая. Я прошу, не любите меня за стихи, не за молодость лет, не за ясность рассудка, не за цвет моих глаз, не за твердость руки, не за буйный мой нрав или веселые шутки. Не любите меня за мечты под луной, за приверженность книгам и кофе под утро. Не любите меня, а любите со мной этот мир, эту жизнь, эти счастья минут.